Всем привет! Пасха прошла. Немного они. Мы, конечно, очень поздно пришли в 15 часов, потому людей очень немного. Но тем не менее они есть. Сидим, ожидаем батюшку, чтобы он пришел, посвятил пасочки. Идет песнопение, молитва в 15 часов на малом рынке в церкви. Люди есть, потихоньку подходят. Много людей было с 6 утра до 11 утра. Мы с Соней приходим вечером. Тихо и спокойно, без эксцессов. После церкви пошли гуляться в Парк Победы. Здесь людей достаточно. Жарят шашлыки, гуляют, пьют кофе. Много сидящих на травке, на лужайке со своими бутербродами. Погода прекрасная, тихо, солнечно. Всем всего хорошего, благополучия и удачи. Спасибо за просмотр. Лайки, подписывайтесь на канал.